Люша, привет, привет. Снимай маску. Нет. Нет? Вас вместе сейчас снимем. Здравствуйте. Сейчас. Андрей Николаевич, приветствую, с праздником. А где же фраг? Вы говорили, фраг будет с бабочкой. Фраг с бабочкой ваш. Так, Ариадна, сейчас понадобится ваша помощь. С меня штаны падают, я понял. Ну ничего, так. Да, ничего, 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 потихонечку. Максим, вам отдельную медаль за открытие. Это вам, вам бессмертная медаль золотая. Спасибо. Это же верно? Абсолютно. Вы же открыли. Это ваш праздник. Мы спасибо. Про это все написали. Да. А остальные, о, как красиво все. Прекрасно. Шикарная экспозиция. Очень легкие. Такие. Трудно стало. Наум Штаркман. Это ведущая серия, самая ценная, когда Андрей Николаевич в 90-х годах рисовал студентов и профессоров консерватории. Это, наверное, один из лучших его портретов детства 88-го года Анечка Сулейманова, выполненная карандашом. Это супруга его. Это автопортрет конца 70-х с Ангиной Шукшин. И тоже одна из трех жен Андрея Николаевича. Старая Москва. Прекрасная работа. Наверное, Рихтер. Вот один из лучших акварельных этюдов. Прекрасно, просто прекрасно. У меня первый номер, а я хочу переодеться. Давай. Котики. Вот один из домашних карандашных этюдов в авторской раме. Ну что, все прекрасно, просто прекрасно. Андрей Николаевич, ученик Кандинского, Чизматеревского, Александра Павловича. Вот эти два, наверное, одни из лучших его карандашных этюда. Крымские этюды карандашом. Ну что, чудесно. Это Судак, Генуэзская крепость. Андрей Николаевич, ну как вам экспозиция, понравилась? Как вы считаете? Я считаю, что все сделано... Погромче чуть-чуть. Все сделано большим пониманием, со вкусом. Вы же впервые видите свою работу так, в таком спане. И какое ваше впечатление? Как вы себя находите? Хорошее. Сам от себя какое впечатление? Вы знаете, я даже смог удивиться. Сам себе? Сам себе. Я не ожидал такого. Не ожидал. Александр Павлович Могилевский, ваш педагог ученик Кандинского, был бы вами доволен. Знаете, мне повезло в жизни. Я знал таких людей, которые были знакомы с Ахматовой. Да, это Лев Гордунг, да, Лев Гордунг, да, конечно. Не только он. Не только. А которые дружили с Ахматовой, с Пастернаком. Да, 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 да. Вот. Не только Лев Гордунг, да? Нет, нет. А там еще, я потом скажу, Артем. Знаете, я забыл фамилию, не могу вспомнить. Профессора, пианиста, профессора Московской консерватории. А, ну не, ну, ну да, я ничего, ничего. И он, его брат, очень много значит.
А на второй этаж вы поднимались, Андрей Николаевич? Да. Ну и как там? Вот мы вместе смотрели. Вместе? Это нашим певицам будет. Поздравляю, поздравляю. Вы войдете в историю вместе с Максимом Золотаренко, которым принадлежат лавры вашего открытия. А что здесь? Много человек из Большого театра. Много, да. Главное, что вы здесь. Это почет для них. Андрей. Вы знаете, чем музыканты выше, да, тем они лучше играют. Да. Выше, в смысле, по росту или как выше? По технике. По технике. Но сегодня будет фантастический концерт. Да. Может быть, один из лучших. Как вы себя чувствуете? Хорошо. То есть не зря все это проделано. Все дело для того, чтобы вы лучше себя чувствовали. Реабилитация удалась. Спасибо, Андрей Николаевич. Рад, что вы уже в хорошем духе и состоянии. Ну, вы знаете, эмоционально это нужно. Еще как, конечно. Вот. Все хорошо, и люди красивые. Ну, ладно. Мы все снимаем, да. Все, уже до премьеры.